Вопрос сложный, но я считаю так, если люди сами изъявили желание, да, войти в состав России, если люди давно об этом, да, мечтали, то я думаю, что для всех, для нас это будет только в плюс, потому что у нас появился выход в море, это по всем параметрам хорошо и для людей, и для экономики. Поэтому я думаю, что сейчас Крым будет развиваться и развиваться большими такими шагами и темпами для того, чтобы укрепиться в составе государства российского.